радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами программа «Именины». Что такое именины? Это день памяти святого, в честь которого назван человек. В день своих именин нужно сходить в храм, принести благодарение Богу и помолиться своему святому. Помолиться можно и своими словами, главное, чтобы они были сказаны искренне, от души. А еще лучше на именины причаститься святых христовых тайн. Но почитание своего небесного покровителя состоит не только в молитве ему, а главное – подражание его подвигу, его вере. Сегодня мы поговорим о преподобном Амвросии Оптинском. Преподобный оптинский старец Амвросий родился в день памяти святого Александра Невского 23 ноября 1812 года в Тамбовской губернии в семье пономаря Михаила Федоровича. Говоря об обстоятельствах своего рождения, отец Амвросий любил пошутить: «Как на людях я родился, так все на людях и живу». Дело в том, что в день, когда появился на свет будущий пастырь стада Христова, в дом его родителей приехало множество родственников. При крещении младенцу было дано имя Александр, в честь святого благоверного великого князя Александра Невского. Александр был шестым ребенком в многочисленном семействе пономаря Михаила. Всего детей у этого человека было 8. Он рос очень живым, веселым и бойким мальчиком, постоянно занятым детскими забавами. Ему не сиделось у колыбели младших детей, и как только мать, занятая домашними делами, выпускала Александра из виду, он мгновенно убегал порезвиться со сверстниками, за что неоднократно его ругали и наказывали. Чтению Александра обучали первоначально дома по церковно-славянскому букварю, часослову и псалтыри. Каждый праздник отец брал сына в церковь, где он вместе с родителями читал и пел на клиросе. Когда мальчику минуло 12 лет, его отдали в первый класс Тамбовского духовного училища. В училище Александр учился хорошо, так что из 148 своих товарищей по классу окончил курс духовного училища первым по списку и в июле 1830 года был назначен к поступлению в Тамбовскую духовную семинарию. Веселый и живой Александр стал и в семинарии душой общества. Эта жизнерадостность и живость ума сохранилась у него на всю жизнь. Даже в монастыре старец отличался меткостью слова и образностью мысли. Ну, например, от ласки у людей бывают совсем иные глазки. Или правда груба, да Богу люба. Терпел Елисей, терпел Моисей, терпел Илья, так потерплю же и я. После окончания Тамбовской духовной семинарии Александр стал работать учителем у одного помещика, но спустя некоторое время он едет в Троице-Сергиевую лавру попросить благословения на начало иноческого подвига у гробницы игумена русской земли преподобного Сергия. Некоторое время послушник Александр был келейником иеросхимонаха Льва. Чуть позже Александр был пострижен в мантию и наречен Амвросием в честь святителя Амвросия Медиоланского. Ранним утром 7 декабря, в день своего ангела, иеродиакон Амвросий отправился в Калугу. Был сильный холод, слабый здоровьем и изнуривший себя постничеством, отец Амвросий простудился. «Помню, я рассказывал старец, что как только привезли меня на первую станцию, я почувствовал сильную боль в желудке. Это было началом тяжких, почти беспрерывных болезней, которые сопровождали старца на протяжении почти 50 лет. Пережив множество тяжких болезней и не раз оказываясь на предсмертном одре, старец впоследствии говорил: «Бог не требует от больного подвигов телесных, а только терпения со смирением и благодарением». Милостив Господь, в монастыре болящие скоро не умирают, а тянутся и тянутся до тех пор, пока болезнь принесет им настоящую пользу. В монастыре полезно быть немного больным, чтобы менее бунтовала плоть, особенно у молодых. Свою братью он наставлял так: «Монаху не следует серьезно лечиться, а только подлечиваться». В основе старческого служения отца Амвросия было окормление братьев Оптиной пустыни, которую он любил всей душою, заботясь о спасении каждого. Так монах Гурий рассказывал, что однажды старец Амвросий 4 раза за 2 дня велел чувствовавшему себя совершенно здоровым иеромонаху Палладию собороваться и подстричься в схимну, что делалось в Оптиной пустыне перед кончиной, но тот все отказывался. Последний раз отец Палладий согласился, но пока он делал приготовление, с ним сделался удар. Впрочем, хотя отнялся у него язык, однако он был в памяти. Его успели соборовать и причастить святых христовых тайн. Вечером в тот же день он и скончался.
никогда не позволял отец Амвросий при себе пустого или гнилого слова и всегда говорил только с целью исправления и назидания. Иеромонах Оптимы пустыни Дорофей рассказывал: «Пришел я однажды к старцу и долго дожидался его приема. Времени было уже 10 часов вечера. Сижу я и по легкомыслию своему думаю о себе. Вот, все называют старца святым. А какая это святость, когда заставляет так долго дожидаться своего выхода? Придется из-за этого и правила вечерние опустить, и утреннюю проспать. За всех ему грех будет». Вдруг слышу в эту минуту голос старца из его келии: «Сейчас, сейчас». Смотрю, батюшка выходит. Благословивши меня, он берется за мою бороду и, слегка ударяя меня по щеке, говорит: «Вот монахини иногда по месяцу живут в гостинице, дожидаясь, пока мне придется их принять. Другая, может быть, приехала за 1000 верст и тоже терпит и дожидается. Их нужно вперед отпустить. Из-за них я отказываю иногда и братьям в приеме. Всех сразу я не могу принять, а ты немного не хочешь подождать. Мне одному за всех грех будет». Вразумленный словами старца, я после сего спокойно и радостно пошел от него в свою келью и уже никогда не дерзал роптать на него, если иногда и подолгу приходилось дожидаться его выхода. Одновременно с этим старец занимался очень широкой благотворительной деятельностью. Отец Амвросий передавал деньги жертвователей в руки нищих и убогих. В духовнической практике отца Амвросия рано раскрылись его высокие дары, ниспосланные Богом за большое смирение старца. Особенно это видно из сотворенных чудес. Очень часто, исцеляя, преподобный Амвросий прикасался рукой к больному месту. А закончил земную жизнь старец в монастыре в Шамардино. Сразу после кончины начались чудеса, которые являл больным и недужим людям старец в разных концах России. Одно повествование об исцелении жителей далекой от Оптины пустыни Вятской губернии рассказывает: «Я весьма был болен, страдал болезнью ног и головы. Начал я душевно молиться к отцу Амвросию об исцелении всех моих недугов.